В этот день игроки команды «Факел» возвращались с матча 23-го тура мужской суперлиги. Спортсмен, чей рост более 2 метров, на своем месте не поместился из-за длинных ног, поэтому решил пересесть. Александр Кемеров договорился поменяться местами с пассажиркой, сидевшей у аварийного выхода, где пространства для ног больше. Но, как оказалось, такие манипуляции запрещены правилами авиакомпании. Бортпроводница сначала вернула пассажиров на обозначенные места, а затем сообщила о произошедшем командиру экипажа. Ноги волейболиста, которые не помещались между креслами, якобы помешали работе сотрудников лайнера. Вылет задержали на 40 минут, а экипаж вызвал на борт полицейских, указав, что в самолете дебошир. Перестаньте, немедленно перестаньте! Снимаем, все снимают. За что меня снимают? Это не причина, я не пойду. Как утверждает сам Кемеров, бортпроводница сказала ему, что место, на которое он пересел, стоит дороже. Когда спортсмен предложил доплатить, делать ему этого не разрешили. В результате полицейские все же вывели Кемерова из самолета. Действия сотрудники полиции свои мотивировали решением командира воздушного судна, который, в свою очередь, ссылался на то, что бортпроводники заявили, что поведение пассажира было оскорбительным. В настоящее время следственные органы Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят доследственную проверку, оценивают действия экипажа воздушного судна и действия сотрудников транспортной полиции. В Москву игрок смог добраться другим рейсом. Директор волейбольного клуба заявил, что в суд обращаться не будет, но ждет официальных извинений от авиакомпании. Алина Чемерис, Андрей Гургуленко. События.